Раз, два, три, погнали. Привет еще раз. Брейк по хоккею MVP 21-22. Фиксируем наше время на сайте 26 февраля 18:31. Таких коробочек у меня две. Вот одну забрали, вторую выставлю. Но не сегодня точно. Завтра или на начале той недели. Вот наше время. Тьфу, да, заговариваюсь. Номер коробочки. 185 последний, заявлено. Ну давай, Патрик, окей. Удиви нас чем-нибудь выдающимся. Если маскоты кому-то не нужны, можете предлагать мне там по адекватной цене. Мне, в принципе, штук 10 я собрал уже. Еще 20 надо. Поэтому предлагайте. Вдруг брейки пропадут совсем. Ну, может быть, я когда-нибудь кому-нибудь залезу ради маскотов. Скрываем наши пакетики, а потом брейк. Всем удачи. Хочется найти, конечно, какой-нибудь скриптик. Маленький, из пяти хотя бы. Какой-нибудь... Как она называется? Карта-то один из одного, с которой они выбивают эти карты все разного цвета. Ну или автограф, конечно, тоже мечтаю. Автограф. У меня вот 19-20, две последние коробки выстрелили неожиданно. Еще одну все-таки заказал, вот мы ее собираем, там осталось немного. Автографы были в крайних двух боксах. Хочется ее вот из этого вытащить тоже. Авто новичка. Ну или старичка, допустим. Если МакДэвид тут есть. Чек-лист я не изучал, конечно, хорошо, но... МакДэвид, конечно, было бы неплохо. Или парень из Анахайма, вот этот новичок. Феерит сейчас в утках. Так. Заканчиваем вскрытие. И начинаем брейк. Сейчас мусор еще уберу. Ну что, сливсы готовы, руки трясутся, не все почему-то не выпадает сразу. Маскот, наверное, будет, потому что края такие закругленные. Так, ну команды называю просто, останавливаемся только на каких-нибудь более-менее картах. Виннипег, вот Панарин Рейнджер, далее Коламбус, Айс Баттл. Айс Баттлов очень много в каждой пачке. В обзор, наверное, смысла нет включать. Колорадо. Деван Тойвс. Хорнг из Пантеры. Колорадо. Баффало. И Спарки за Драгон. Дракончик. Нью-Йорк Айлендерс. Дракончик. Кстати, он, наверное, фойловый. А может быть, нет. Нет, просто, наверное. Посмотрим, второго достанем, сразу видно будет. Они хоть бы писали тут какой-нибудь призм или фойл. Это получается, что гадаем. Переливается, не переливается он. При свете, при темноте. Адам Фокс, Рейнджер. Далее у нас Бостон. Айс Баттл, МакДэвид. Синенький давайте откладывать будем. Эдмонтон. Далее у нас Флорида. Колорадо. Сан-Хосе Шаркс, Макар, Колорадо Эвиланш и тоже Колорадо, Маккинон, Харт Атак, Натан Маккинон. Тоже красиво сделанная карта.
Сердце бьется. Сердце бьется. Значит, мы еще живы. Так, серенький, это значит базовый скрипт будет. Вратарь Ванкувера. Далее Бостон. Анахайм. Айс Баттл Колорадо. Далее Вегас. Чикаго. Кузнецов Вашингтон. И Тампа Бэй. Тут сверху подписаны команды, поэтому никакой интриги. Энтони Цирелли. Вот под углом видно, что вроде скрипт. А так сделано очень, конечно, серенько, незаметно. Эти Watch намного красивее смотрятся. Наверное, вот Watch будет первый. Макс Дами. Каждый год команды меняет. Коламбус. Далее у нас Миннесота. Снова Коламбус. Айс Баттл. Игрок Флориды. Айлендерс. Сейберс. Новичок Григорий Денисенко. Флорида. И Watch. Какой 86-86 это Кучеров был. Но это он не тот. Кен. Это у нас Теравайнен. Теравайнен, Каролина. Первый Watch. Их обычно 4. Так, о, это может отложим картишку. Уже засветил, наверное, уже 10 раз. Давайте ее отложим. Это у нас из 250 резаная карта. По базе пробежимся. Филадельфия, Миннесота. Вот он этот Сирелли, который скрипт достали. Тампа. Айс Баттл для Сент-Луиса. Коламбус и Виннипег. В одной коробке у меня два таких было, да? В прошлый, наверное. Из 250. Но хочется, чтобы тираж был чуть-чуть поменьше. Чуть-чуть. Хотя бы на нолик. Так, Вашингтон, Чикаго, Тарасенко, Баттл, Сент-Луис, Филадельфия, снова Филадельфия, Кеннекс, ССП карта Барков, Флорида и Стэнли С. Пантер. Флорида Пантерс. Флорида Пантер. Ну, они что-то у меня все сегодня блестят, наверное. Подложили все блестяшки. Потом разберемся в конце. Одна из них должна быть блестящая, четыре не блестящих. Так, тут серенький скрипт. Филадельфия, Бостон, Виннипег. Из Батл Романов, Монреаль. Далее Кингс, Бобровский, Плав, Пантеры. О, чек-лист. Тревор Зеграш, Анахайм, Дакс. И для Тампы наш Эндрю Василевский. Вот тоже вот такой вот скриптец незаметный. Тампа Бэй. Кстати, только Тампа Бэйка выпадает. Базовый. Сирелли и Василевский. Наверное, их штук 6. Для Тампы уже улов какой-то есть. Какой-то цвет. Или просто цвет команды. Вегас. Далее к Баффало. Бостон. Айс Баттл для Аризоны. Теравайнен. Вот он у нас был уже. Скрипт. Сильвер. Каролина. Лафренье. Базовая карта. Рейнджерс. Сан-Хосе и... Так, номер 13. Номер 13. Темненький шлем. Паренек. Кэм Откинсон. Это у нас, наверное, Коламбус. Пушки нарисованы. Коламбус Блю Джекетс. Ну нет, никакой не тиражный получается. Просто под цвет команды. Тут у них нарисовано.
Далее. Что-то я... Вот, маскот будет. Детройт. Даллас. Айс Баттл Рейнджерс. Вратарь Анахайма. Далее. Койоты. Калгари. Руки. Зак Джонс. Рейнджерс. И Гритти. Оу. Редкий парень. О, да он еще такой переливающийся. Вот он переливающийся. Это для Филадельфии. Гритти этого Джокер в какой-то из коллекций. Так я его и не достал. Кому-то доставал, а себе не купил. Филадельфия. Поздравляю. С таким Гритти. Гритти, Митти, Битти. Так, вот эту не забыть карту. Из 250 она. Надеемся и верим, что еще что-то будет интересное, кроме 250. Кубалик, Чикаго, далее Анахайм, Тава, Айс Баттл, Кэпиталс, Миннесота, Коламбус, снова Миннесота и Томми Хоук, Чикаго. Чикаго. Скромненький Томми Хоук. Лапки сложил, крылья, лапы, хвост, как мультик был тогда. Так, кто тут? Базовый скрипт. Ванкувер, Нью-Джерси, Сан-Хосе, Овечкин, Айс Баттл. Кстати, Айс Баттл чек-лист, что ли? А, нет, ну, вроде как, это странно, Айс Баттл чек-лист должен быть. Монреаль, далее у нас Филадельфия, новичок Эллисон для Филадельфии и Кеннекс, 53 номер, Бухорват, скриптец незаметный. Молодцы, каждый год что-то придумывают. MVP эти. Заманивают коллекционеров своими фишечками. Лос-Анджелес. Далее Миннесота. Флеймс. Айс Баттл Каролина. Питтсбург. Питтсбург вообще мало падает. Вообще карт. Детройт. Леон Дрейзайтель. Эдмонтон. ССП карта. И Wild Wing, это у нас Анахайм Дакс. Все, по-моему, этих мы набрали, маскотов. Где у нас чуваки, которые в шляпе, без шляпы? О, сказал только, и тут же появились. Койоты, Флеймс, еще раз Калгари. Айс Баттл для Виннипега. Еще раз Койоты. Анахайм. Квин Хьюз Кеннекс. И Before and After. Тампа Бэй. Андрей Василевский. Тампа Бэй в ударе сегодня. Тампа. Малкин, базовый Питтсбург. Еще раз Питтсбург, вратарь. Колорадо, Айс Баттл. Бостон. Сан-Хосе. Виннипег. Новичок для Анахайма. Джейми Драйсдейл. Как-то так. И для Миннесоты. Эх, не того мы ждали парня. Маркус Фолиньо. Ну, у него какой автограф может быть классный. Прикольный такой. Мы Кирилла Капризова ждали. Паренька нашего. Он где-то не хочет выходить. Вотч. Но опять цвет синий, как будто Коламбус. Посмотрим. Торонто. Каролина. Кеннекс. Айс Баттл для Нэшвилла. Йосси. Вегас, Даллас,
Тампа номер 8. MVP Watch, также черный шлем. Ну да. Бьем прямой наводкой по Коламбусу. Watch. Второй Watch подряд для Blue Jackets. Фасовка удивляет иногда. Бывают команды одни в пролете, другие в полном ажуре. О, золотой, по-моему, Бифоэн Дафты. Хотелось карту мощную какую-нибудь, тиражную. Но они могут вот этим золотом отделаться. Сент-Луис, Коламбус, Нью-Джерси, Вегас, Айс Баттл, Монреаль, Нэшвилл, Кингс и... Стоп. Ну да, это Бифоэн Дафты, по-моему. С той стороны. Это у нас в золотом исполнении серьезный Марк Стоун, Вегас. Вот так их в пиджаках ты не узнаешь на улице. Оделся поприличнее. Все, и ходи спокойно по магазинам. Before and After. Gold. Вариация. Так, наверное, MVP, да? Темно-красный, может быть, Колорадо. Так, Чикаго, Виннипег, для Торонто Баттл, Лос-Анджелес, Коламбус, Сент-Луис Блюз, новичок Ян Йеник, Койоты. И 22-й, синенький шлем, Монреаль. Монреаль. Ух ты! Кол Коуфилд, это новичок, по-моему, даже он, еще росписи у него нет, похоже. Просто так имя, фамилию написали его красивым шрифтом. Но этот парень вроде как ценится. Мониторьте цены. По Монреалю. Так... Базовый скрипт. Сенаторы, Колорадо, Вашингтон, Баттл для Эдмонтона, Питтсбург, снова Колорадо, Торонто, Дэвилс, вратарь, Маккензи Блэквуд. Вот так вот. Б и какие-то галочки понаставил. БЛ. БЛМ там. Или как у них там это? Поддержку. Парней с другой кожей. Два пакетика, ну давай. Еще хотя бы из 250 одну, давай. Одна лежит, вот еще надо. Какой-нибудь хитец. Ах, засветил уже команду. Постоянно выпадает у всех брейки. Торонто, Додонов, Оттава, Айлендерс, Айс Баттл, синенький Луконин, Баффало Сейберс, Вегас, Даллас, Анахайм. Ну, синенький это вот этот парень. А нет, я думал, это тот игрок. Ух, усы какие. Эрик Карлсон. В кино играет. Ой. Усатый парень из Сан-Хосе. Ну да, тут, конечно, его нарядили. Для фильма. Заключительный пакетик. И обзор. Тоже что-то переливается, но это, наверное, не то, что нам надо. Hard Attack. Всего одна будет карта из 250. Не густо. Так, Сент-Луис, Нэшвилл. Эдмонтон, Баттл, Калинюк для Чикаго. Синенький откладывал я. Рейнджер, Штюцли, Оттава. Еще один новичок. А, нет, еще один синенький. Патрик Кейн, Чикаго. И Харт Атак. Харт Атак. Это у нас капитан Сент-Луиса, Райан О'Райли. Вот две таких карты.
и три карты Before and After. Ну давайте смотреть уж эту карту красенькую. MVP. О, номер 8. Овечкин. Давай, Овечкин. Шиш. Кирилл Макар. Ну, я вам скажу, тоже неплохо. Николай Макаров, 47 из 250. Колорадо. У него красивый автограф. Автографы доставал один или два раза. За все время. Когда он еще был новичком, мы гонялись за ним. Было время. Теперь скрипту будем рады. Давай, все. Кейл Макар. Уотч из 250. Хорошая карта. Так, ну что, вот база. Кому отправлять, еще раз говорю, в каждом брейке пишите, говорите. Если не отправлять, у меня еще одна такая коробочка есть. Возможно, завтра выставлю. Сегодня уже точно не буду. Сейчас футбол. Уже через 10 минут начнется. Сейчас на заливку поставлю, и все. И ЦСКА, Спартак, дерби всей Руси, как они все пишут вечно. Погнали. Синенькие. Кейн, Чикаго. Калинюк, Чикаго. Вратарь Луукканин, Баффало. Новичок из Аризоны. Новичок Анахайма. Далее... Забивала из Эдмонтона, Драйзайтл, Эллиса, новичок Филадельфии, Джонс Рейнджерс, новичок чек-лист Зеграс, чек-лист, да, Анахайм, Барков, Флорида, новичок Денисенко, Флорида, Макар, Колорадо и Айсбаттл, Конор Макдэвид. Вот его показатели, в принципе. Ну, отличный показатель. Хорошая карта. Можно всех выбивать этой картой. Так. Давайте базовые скрипты. 1, 2, 3, 5. Почему-то их 5 всего. Обычно всегда 6 было, а может и нет. Вратарь. Нью-Джерси. Блэквуд. Фариньо. Миннесота. Ванкувер. Бо Хорват. Василевский. Тампа. И Сирелли. Тоже Тампа Бэй. Лайтнинг. Так, переливашки всякие. Это у нас Hard Attack, две карты. О'Райли, Сент-Луис, Маккинон, Колорадо. И мужики в костюмах и в форме. Эрик Карлсон, Сан-Хосе. Василевский снова. Почему-то шапочку какую-то одели. Пиджак и шапка. Но это вообще, конечно, куда вот в таком виде он пошел? Непонятно. Тампа Бэй. И этого поймали где-то. Не хотел улыбаться. И капитан Вегаса Марк Стоун в золотом исполнении. Золото, конечно, красивее. Так, маскоты. Маскотов 5. Вот видите, он переливается сразу. Этот последний маскот, который я переложил. Для Анахайма, Чикаго, Флорида, Айлендерс и Гритти. Это у нас Филадельфия. Гритти-дритти. Да что такое? Утка не цепляется. MVP Watch. 4 карты. Коуфилд. Монреаль. Два игрока Коламбуса. Веренский и Аткинсон. И Тео Теравайнен. Это у нас Каролина. Харрикейнс. Ну и одна карта тиражная. MVP Watch красненькая. Кейл Макар, Колорадо. 47 из 250. Все, брейк закончен на сегодня. Повезло, не повезло кому-то. Но как обычно. Некоторым везет, остальные в пролете. Что делать? Главное, чтобы было у нас здоровье, работа. И пахали, и пахали мы. Так, все, пошел заливать. Сначала футбол, потом хоккей. Два брейка провел, всем спасибо. По баскетболу там уже, в принципе, уже видно. И сборный брейк по мозаике тоже уже финиш виден. Поэтому как добьете, так и проведу. На сегодня все. Всем удачи. Отдыхаем еще в воскресенье, а потом работаем. Пока-пока.